Победа на чемпионате Польши. В весе, правда, до 92 килограммов. И Фоминский Артура Найфонова Даурен выиграл. То именно он поехал сюда. И вот где-то чуть позади маячит главный его конкурент в лице Артура. Так, страсти здесь накаляются. Поэт борется до конца. Подхват ноги со стороны Барановского. Пытается развернуться сейчас Даурен и освобождается. Индивидуального Кубка мира. Поздравляем Даурена. Есть, конечно, над чем работать, безусловно, но победа есть победа. Браво, Даурен. Отлично отработал.